Сотрудники полиции умеют заряжать не только оружие патронами, но и детей бодростью и хорошим настроением. В четверг по всей стране прошла масштабная акция «Зарядка со стражем порядка». Присоединились к ней сотрудники Ивановского управления МВД. Сегодня в Ивановской области сотрудники управления МВД России по Ивановской области для отдыхающих детей в детском лагере «Чайка плюс» проводят акцию «Зарядка со стражем порядка». Это всероссийская акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни и приурочена на культурника. В лагере «Чайка плюс» тренировку для воспитанников проводят бойцы спецподразделения «Гром» по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. На спортплощадке в нетерпении собрались все отряды. Занятие от обычной зарядки отличается кардинально. По сути, это та же тренировка бойцов спецподразделения, только в облегченном виде. Это приемы БРС, то есть которыми владеют все сотрудники. Элементы кроссфита – это как бы силовые упражнения, которые развивают в людях выносливость, скорость, ловкость. И элементы тайбо. Тайбо – это как бы направление фитнеса с элементами боевых единоборств. То есть направлено в основном на развитие выносливости. Когда ребята размялись, полицейские продемонстрировали приемы самообороны. Повторить эти движения непросто, но если работать над собой, нет никаких преград. И, возможно, кто-то из этих мальчишек и девчонок в будущем пополнит ряды стражей порядка. Ну а пока ребята просто остались довольны тем, как начался их новый день в летнем лагере. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуйский район.